Всех приветствую. Пока включили ветер, хочу сделать маленькие замеры. Балластного регулятора у меня нету, который бы в случае заряда аккумуляторов сливал бы излишки вот в эту систему. Тут от солнечных панелей работает, в общем, заряжается вот этот вот так куриный запас аккумуляторов. Вот. Поэтому я подключил на ТЭН. Все такое немного колхозное, но хочется все-таки сделать замеры, ну и решил показать их вам. Напомню, ветряк этот Арзамас 17 рассчитан на зарядку 12-вольтовых аккумуляторов. Вот сейчас вот холостой ход, то есть он без нагрузки крутится. Порывы до 8 метров, вот. А так где-то 4-5 дует. Иногда до 2-3 спускается. Аккумулятора нету, как я сказал, балластного регулятора, поэтому на аккумулятор бессмысленно. Сейчас попробую вот подключить на спираль нехромовую. Показания, я думаю, вам видны. Я методом изменения длины нехромовой нити буду давать ему разное сопротивление. Так, давайте просадим вот. Оп-оп-оп. Что так? Пластиком запахло. Вот такие вот показания. Чуть-чуть изменим сопротивление. А ну, дадим ему раскрутиться до 24 вольт сейчас. Сейчас. Так всегда. Дул-дул с утра, только я решил сделать замеры, и его выключили. Подождем. Давайте разгоним его. Давай. Так, дали нагрузку. Ваты, вот, вы видите. Ай, горячо. Да, ветер что-то убавили. Так, ну-ка, сейчас мы его до 12-вольтовой системы, так сказать, просадим. Ну, давай. Вот было 200 ватт. Нагревается спиралька. Теперь для понятия масштабов, какой ветрячок, какой объем железа дает эту энергию. Вы видите мою руку, я могу этот статор обхватить. Внутренний диаметр вообще там 7 сантиметров. Вот он ротор, он не проточенный, но предположим, что с магнитами поклеенными он такого же размера. Опять затормозил. А теперь обращаюсь к друзьям, которые из-за своей тупости умудряются оскорблять людей, которые делают ветрогенераторы. Посмотрели вы энергию, которая идет с этого ветрогенератора, посмотрели его размеры. Я думаю, вы поняли, что это не гигантского размера железо. Обращаюсь к новичкам. Первые шаги в сфере постройки ветрогенераторов с вашей стороны, они должны заключаться не в том, что вы открываете YouTube, да, и смотрите всю ту кучу ненужного контента, который не основан ни на научных знаниях, ни на практических испытаниях. А начните читать основы. Часть литературы и
полезные источники информации в виде форумов, книг, я постараюсь сейчас разместить в описании к этому ролику. Вот начните с чтения, параллельно смотрите ролики, и вам станет намного легче отделять зерна от плевел, если вы поймете, почему в электромоторах применяется набор статора, он набирается из тонких пластин трансформаторной стали, то когда вы увидите человека в видео, который применяет для этих целей цельнометаллическую болванку в тех местах, где будет двигаться магнитное поле, да, и оно меняться, вы поймете, что этот человек, ну, мягко говоря, недалек. То же самое касается людей, которые из ветрогенератора с диаметром винта, обратите внимание, в метр, на ветре 2 метра в секунду хотят получать гигаватт энергии. А также, когда вы увидите изделие полметра диаметром, весом полтонны железа, меди, которые дают вот ту же самую энергию, которую вы сейчас увидели вот с этой малышки, то вы также безоговорочно на 100% будете понимать, что это абсолютно неудачная конструкция. И никто вас в этом не переубедит. А когда вы будете видеть действительно грамотно основанное на вот этих научных знаниях изделия, то вы сможете верно распределить свое время и уделить время изучению правильных видео, так сказать. Ну а к уже ветроловам, в кавычках, которые не хотят читать, изобретают всякие БТГ или делают, так сказать, кирпичи нерабочие, и называют это ветрогенераторами, хочу обратиться. Перестаньте позорить советскую науку. Наши деды в космос отправляли спутники и людей. И они это не делали на практике, убивая людей или собачек. Они все это первоначально считали на Земле с помощью науки. Поэтому, когда мне говорят люди, что расчеты не могут не совпадать с процентным соотношением 50, да, процентная ошибка у них, мне жалко этих людей на самом деле. И что самое обидное, такие высказывания допускают даже люди, у которых получаются хорошие конструкции. В итоге, учите, познавайте, и делайте хорошие работающие конструкции ветрогенератора. Всем пока!